С вами маг и чародей Антон Чалей. Меня очень давно интересовал вопрос, настоящий ли мир, в котором мы живем? Даже ученые из НАСА давно изучают этот вопрос. А точнее, Рич Террелл в интервью с Вайс рассказал о их исследованиях. У НАСА есть подозрение в том, что мы живем в компьютерной симуляции, созданной каким-то программистом. Вот это поворот! Если так подумать, то в нашей вселенной все можно просчитать с помощью математики. А наши компьютеры становятся все мощнее и мощнее. Если уже компьютер способен создать GTA 5 и разные симуляторы жизни, такие как Sims, то в скором будущем компьютеры смогут просчитать и сделать целую вселенную. Со всеми физическими и химическими законами, которые держат наш мир в полном равновесии. А мир можно оснастить искусственным интеллектом, таким же, как мы с вами. И все, готово! А значит, весь мир, который нас окружает, может быть совершенно не таким. Например, возьмем какой-то обычный объект. С одной стороны 4 кружочка, а с другой стороны 1. Но все резко изменяется. С одной стороны 6, с другой стороны 3. Но вы, наверное, уже догадались, как я это делаю. Я просто беру и прикрываю один лишний кружочек своей рукой. С другой стороны, у меня получается точно так же. Так получается 4, а по-другому, если закрыть просто пустое место, получается 6. Все очень просто. Но знаете, если наша жизнь это просто программа, в ней всегда есть сбои. У меня просто всегда было 3, а с другой стороны 6. Но самое удивительное, что у меня никогда не было 6, у меня было 8. Поэтому вся жизнь это одна лишь иллюзия. Ваш мозг еще не лопнул? Хорошо. Ваши комментарии с прошлых выпусков тут вы можете нажать на кнопочку и посмотреть все фокусы подряд, их там очень много. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку и подписаться на канал, не пропускать новые видео, которые выходят целых 2 раза в неделю. Ну, уже сейчас даже больше. Если вам понравилось видео, можете поставить свой царский лайк, внизу написать какой-нибудь комментарий, самые интересные из них попадают сюда. Всем пока!